Фотоаппарат дайте, снимаю ваше. Так, вот это убрать с собой внесли. Это не отдали. Заложи туда, чтобы не видно было. Отец Петр, да. Вы даже не знаете, что такое. Ну вот, прочитали? Прочитал. Это означает от вас только вот что. А от меня это все я дарил. Это вот это подарил, а что сверх этого, это купил. Теперь смотрите, вот обходит сюда. Что я составил? Симфония на канонической книге. Это лучшая симфония за всю ее историю. На 11 неканонических книг. Абсолютно полная. Благословение в тихе. Вот мелко, но это по Вернигородской, она такая должна быть. И при этом все глаголы сведены в один, искать легко. Подлежащих никаких нет в один глагол. Мгновенно ты находишь какое слово? Симфония на неканонической книге. Ну, не один работал. То есть группа разработчиков была, но только компьютерщики. Понятно. Теперь, я составил симфонию на 60 святых. Вы знаете, был просверен, 8-й том хотели настольной книги запустить. Я послал, но она была в черновике, он не смог. По одному слову, как найти? Допустим, вы вспомнили, ну, книги все сшиты, ни одной нету, чтобы разлепилось. Вы вспомнили на морозе кого-то заморозили святого. Ну, не знаете. Теперь с кем случился мороз? 1673. Я нашел там. О мощах. Где, что, когда ты вспомнил, по одному слову что сейчас можно найти? Найдешь. Слушай. Это для проповедника, это храме. Вообще. А как можно было составить этот ну, трек? Несколько лет ушло. Ты знаешь, что у меня 20 часа уходило на сон только. Вот это «Жития святых», я прошел их на 10 раз, 12 томов, это 120 книг прочитано. Да, спасибо. Так, сейчас я позову, чтобы нам поставить печати, да? Да, печати расписать. Да, сколько, вот новый завет. Вот смотрите. Берем. Костя, иди сюда. Вот это... Позови мне Надежду Валентиновну или Нина Александровна с печатью. Вот это вот первая моя книга вышла с стихи, сейчас я покажу. Видите, на музыку положено. Это исполняется, и все в интернете там поется. Да? Вы в интернете найдете. В интернете вы найдете 12 томов мной насчитанных Златоуст. Вы тогда слушали еще. Да, 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 да. А вот интернетный адрес или как он называется? А я вам дал. А, это вы я дал визитки. А они вот здесь это указаны, по-моему, интернет. А вот, допустим, да? Вы открыли вот только первый, допустим, том. Ага. А раз здесь никакой первый второй. Вот он. Вот, все. Интернет. Все. Мои все телефоны, мобильные, да. Постоянные. По благословению. Все. Ну представьте, Андрей Кураев специально только приехал ко мне в Барнаул, чтобы приобрести эти книги. Да. Они хорошо. Не имеют просто аналога. Книги. Так, Игнатий. Наталья забрала печать. Ну, вторая печать есть на церковь. Так, теперь смотрите. Вот книга. Предисловие. Прочитайте. Вот это. Немножко. Вслух читайте. Автор выражает особые обладания Клименко Владимир Федорович, главный редактор Алтайского государственного университета за науку, благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы в общем тиражом 150 тысяч экземпляров. А теперь чуть-чуть. Так, материал для этой книги собирался в 40 лет. Да. Выражая большую внимательность архиереям, священникам Московской духовной академии. Библиотека за покровительством помогли сделать подбор материала. Быть может, со временем уже на Иеронима Свиридонского 420-го. Это, да, допустим, вы посмотрите по оглавлениям. Первое. Слово Божие. О молитве. Ну, нам надо ему дать... О покаянии. Заверить документы, так. Что нам дали. Отец Петр, нам нужно где-то к электричеству доступ иметь. У нас аппаратура разрядилась. Зарядить. Приходского совета, что ли, дать? Старую нашу или что? А здесь вот священник. Где-то вы да, дали доступ, чтобы зарядить телефон здесь и все, да? Да, скажи Николаю, что все могут прийти зарядить. Дайте только это. Переходники. Чтобы мы несколько подсоединимся. А у нас есть же переходники. Знаете, Иванович, у меня есть? Тройник есть. Давай. Скажи, что здесь сейчас мы зарядим аппаратуру. Сергей, там под это. Там мы все заряжаем. Так, Игнатий. Да. Это можно отдельно приобрести. Вот это 240. 240 все надо. Да? Это второе издание вышло. Да, да, да. Так, да. В Алтайский край подобные книги просто издавать вот так вот, он не может, нету. Это 240 иллюстраций цветных. На полный лист. Без обрезки. Вот это дополнительно сейчас я куплю у вас. Вот ну, пожалуйста. Так, это я говорю. Дополнительно сколько экземпляров нужно? Да я возьму себе пока. Один.
Один, да. Так, сейчас я скажу. Так, это нужно дополнительно? Это обязательно. Один. Да. Ну, все. Остальные, да. Давайте книги посчитаем, посмотрим. Да. Мы будем заниматься через интернет и заказывать. Вы там все найдете в интернете. Это вот я преподаю в разных университетах. Найдете. Вот я арестованно иду. А. Вот. Краевой суд судит. Цветы летят. Видите? Это в 86-м году меня последний раз уже трепали. А в 87-м уже реабилитировали. Ой, спасибо, Господи. Так, скажите. Это отец Глеб Якунин. После освобождения встретились. Это митрополит Виталий, я в Нью-Йорке был. А сейчас Иларион, который... Да. Вот, ну, все они уже, патриарх. Ага. А где сейчас Якунин? Честно. Вот написано, Глеб Якунин, мы встретились, когда он освободился, еще бородки маленькие. Не, ну а он сейчас... А он где-то там, на Украине. А это отец Геннадий, который... Да, убили. Он да, у да. меня, ну сам знаешь... На... Да. У этого, у твоего зятя, пели они как раз. Да, а он там в моем доме обратился. Вот это племянник Суслова, да? Ну они разные. Это мать у нас. Это Потеряевка, это батюшка, отец Аким. Скажите, мы же заезжали, были там. Для чего вы снимаете? Там тоже видать. Для истории. Для чего? Для истории. Для истории. Да, у нас, потому что интернет, там все выставляется, видео. Да. Это патриархия. Сейчас еще. Ой. Это фас. Старше, да? Ах, интересная фотография. Ну, в это такие, а выше второе здание. Вот это послано. Медведь. Значит, давайте здесь вот я книги, когда расскажу, на ваши книги никто не имеет, я подарю. Я расскажу, вот один том есть такой, который никому нельзя дать. Вот, смотрите. Вот 26-й год. Я скажу вам, это поэзия за 300 лет 300 поэтов. Не просто поэтов. Послушайте внимательно. Вот что поэты отвечали на конкретную тему? Восстановление России гибели. На каждый. Поэты. Из 300 поэтов математика разбирала. Ее давать не стоит. Литература, литераторы сразу будут ее. Хорошо. Четко. Вот. Вот 20-й том, это мои беседы с Александром Менем. Да. Вот, 20-й том. Давай. Вот он. Ага. Для слова Божия нет. Это из... Это для слова Божия нет. Это одна из других документов почти составлена. Ну как, моя биография, как деревню мы основали, лагерь. Все, что нас печатали местное, за рубежом, все здесь есть. Сборник. Это автобиография. Оно второе издание сейчас. А для проповедников, конечно, вот это вот симфония на жития святых вообще. Так, это моя. Ручку дайте мне, пожалуйста. Посмотрите, правильно у вас печать стоит? Не крыш ногами? Нет. Давай. У вас потеряется, да? О, теперь распишитесь. Это вам остается, я распишу ручки, дайте. Да, давай библиотеку. У кого ручка есть? Ручка, дайте. Новые, которые вытаскивают.